Ну что, друзья мои, начинаем наш эфир. Как всегда, в это время еду на тренировку. Кстати, если по ходу эфира зададите вопросы, я постараюсь на них ответить. Вот так вот. Ну так что, по поводу смертельных и тайных техник, секретных таких приемов, много я уже записывал эфиров, но сегодня вот просто назрела снова эта тема. Почему? Потому что было, значит, обсуждение в интернете на эту тему. Какое? Как всегда, ортодоксы и традиционщики выдвинули самые свои главные аргументы, которые они считают там козырями в споре с новоделами, да, с такими как ММА, например, или кудо. Значит, выдвинули такие, значит, идеи. Значит, первое. Ну, это у них просто традиционное. Значит, ММА – это не школа, это не направление боевых искусств, это свод правил. По этой теме я миллион подкастов уже записал, мы к этому чуть позже вернемся. А второе. Традиционщики и каратисты не выигрывают в соревнованиях, значит, по контактным стилям, вернее, проигрывают ММА-щикам в октагоне, вот, в K1 проигрывают, значит, кикбоксерам, тайским боксерам, по той причине, что они не могут просто применять свои самые такие наработанные такие техники, которые делают лицо стиля, то, что является секретом, это различные удары в горло, в пах, тычки пальцами в глаза. И вот такая вот всякая вот эта вот вещь. Мы этого не делаем. А вот если мы это будем делать, то все там, шансов нет никаких, и все. Поэтому мы проигрываем в соревнованиях по ММА, в соревнованиях там по прочих, потому что вот так. Ну, вот контраргумент, ну, просто до безобразия. Знаете, а те вот ММА-щики, которые выигрывают в октагоне, мастеров традиционного карате выигрывали раньше, когда те еще пытались как-то появляться там. Они что, применяли там, что ли, приемы эти? Они что, тыкали пальцами в глаза? Нет? Они что там, в пах били, вырывали кадык? Нет? То есть, суть-то какая была? Можно бить руками, ногами, любыми приемами в определенные зоны. И, собственно говоря, можно бороться, используя любые приемы борьбы, исключением запрещенных. Причем как тем, так и другим были запрещены ровно одни и те же техники. Ну, представьте себе, ну ладно, разрешили бы, предположим, мастеру традиционного карате бить пальцами в глаза. Ну и мастеру ММА разрешили бы делать то же самое. И чего? У мастера карате что, появилось бы больше шансов, если он не в состоянии попасть своему противнику этим ударом в челюсть, а тот попадает, то, собственно говоря, тот другой точно так же попадет за место челюсти в глаза, а мастер традиционного карате не попадет в глаза. Что касается бросковой техники или какой-нибудь самый другой, если мастер ММА лучше применяет бросковую технику, то он ее и запрещенную применит лучше, если ее потренирует точно так же. Какие преимущества получит мастер карате или какого-нибудь другого селективного направления, какое вообще он получит, если точно такие же приемы разрешить использовать и бойцу ММА? Да никаких не получит преференций. Абсолютно. То есть, когда идет аргумент такой, вы нам разрешите бить в глаза пальцами и в горло ребром ладони, но сами этого не делайте, вот тогда у нас шансы будут уравниваться. Так что ли? Ребят, да вы натокститесь, это вы какую-то фигню морозите. Втираете какую-то дичь. Больше я по-другому сказать никак и не могу. Ну, натурально дичь. А как это еще по-другому назвать можно?
То есть вы хотите получить какие-то дополнительные бонусы в виде, скажем так, оружия или над уязвимостей дополнительных для противника, ему этого не дать и сказать, ну вот теперь давайте посоревнуемся. Да ничего подобного. У вас абсолютно равные шансы. Абсолютно равные шансы. Хотите, используйте любые приемы, больше того скажу. Вот сколько я наблюдаю за боями всех ортодоксов, и Годжурю, там, и вот недавно Женя Рыбин с кем-то, по тайскому боксу. Ну ладно, это не важно. С Игорем, по-моему, если я не путаю. Да. В общем, ладно. Один бился по тайскому боксу и вышел против него Женя Рыбин, да Годжурю. Что там от Годжурю там осталось, вообще непонятно. Вот ничего не осталось от Годжурю. Сразу стало видно, что оба работают по одной и той же направленности. Больше того скажу, что тайский бокс явно превосходил и по рациональности, и по всему там остальному прочее. То есть, потому что не в своей тарелке, скажем так, оказался боецом Годжурю. Он совершенно работал в несвойственной для Годжурю манере. И, соответственно, у него получалось все гораздо хуже, чем если бы он бы целенаправленно в манере бы свободного кумите работал бы с бойцами самых разных направлений. И все. Хотя, знаю Женю Рыбина, и очень, уважаю его. Мне нравится, как он делает ката, мне нравится, что он вообще-то будока серьезный такой. Стоило бы ему позаниматься в кумите по смешанным своим правилам, и у него бы все отлично получалось. Это видно по динамике его тела, по тому, как он научился хотя бы тому, что он там продемонстрировал. Ну, вот таким вот образом это выглядит. Все. То есть ничего не остается от традиционного карате. И в то же время традиционщики с пеной у рта продолжают утверждать, что нет, мы работаем в рамках своих направлений, стилей и все прочее. Да не, ребят. Вот я говорю, я еще раз говорю, если боксер или кикбоксер, или смешанного стиля боец, в челюсть бойцу попадает каратеки и его нокаутирует, а каратека ему не попадает, то точно так же, если им разрешить по глазам бить, то на том же дриблинге, на той же скорости, тем же приемом абсолютно самым, если мэйчик или кикбоксер, точно так же попадет по глазам. Никакой разницы не будет абсолютно. Что касается борьбы, в карате борьба развита плохо. И однозначно борец ММА, который в борьбе сильнее, если они в партер перейдут, и ему разрешить там делать все, отрывать, условно говоря, гениталии, воздействовать на кадык, вытыкать сам глаза и так прочее. Он и это применит быстрее, хотя бы даже по одной той самой причине, что он в партере валяется за тренировку гораздо больше времени. Он прекрасно понимает динамику и взаимодействие тел в борьбе. То есть как тела взаимодействуют, как двигаются руки в горизонтальном положении, ноги, откуда ждать подвоха, как противник может выйти, какую защиту применить. Каратека, который этого не делает, оказавшись в партере, оказывается абсолютно беззащитен. Совсем недавно та же тема, видел бой бойца, значит, ММА, ну, дружеский такой бой, и какого-то мастера Кёкушина. Первый раунд, у них было два раунда по 3 минуты. Вот совсем недавно смотрел, вчера буквально. Да, Уэчи-Уэчирю, прошу прощения, Кирилл, да, Кирилл, прошу прощения, я не прав. Он мастер Уэчирю, да, Женя Рыбин мастер Уэчирю. Я ошибся, извиняюсь, и прошу прощения. Мастер Уэчирю. Но с Годжурю такая же примерно тема. Два старых традиционных направления окинавского карате. Причем часто мастера Уэчирю претендуют на более страшную, разрушительную, сокрушительную технику, потому что очень серьезно занимаются подготовкой пальцев еще в том числе. То есть они еще и пальцами могут бить, согнутыми фалангами там.
про очень большим пальцем согнутым и все такое прочее. То есть это не такие экзотические техники, которые далеко не всем подойдут. И они добиваются в подготовке этих ударных поверхностей значительных результатов, высоких, что расширяет их арсенал оружия. Это, безусловно, это неплохо. Вот. Так вот, вчера буквально смотрел бой мастера ММА и Кёкушина. Два раунда по 3 минуты. Первый раунд. Значит, мастер ММА, который является автором ролика, я так понимаю, значит, провел его в рамках, как бы он бы вел бой по, значит, ММА. Он настолько легко со дистанцию чувствовал, просто не подпускал мастера Кёкушина на дистанцию, на которую надо было тому, для того, чтобы атаковать, и сам легко делал входы, выходы и все. То есть он несколько раз это повалял. Значит, мастера Кёкушина, занимая сверху доминирующую позицию, ground and pound он сделал бы ему в легкую. И, значит, сверху доминирующую позицию занимал просто постоянно, да и по голове попадал тоже регулярно, значит, сам руками, без проблем. Второй раунд он решил провести по правилам близким Кёкушину, то есть он этого мастера, значит, ММА, этого Кёкушина не валял, а старался просто принимать удары на себя и в обмен идти то же самое. Ну или относительно свободно провел схватку второго раунда, и преимущество мастер Кёкушина не получил. Вот, пожалуйста, вот как бы наглядный сам пример. То есть тот, у кого шире, значит, арсенал, тот, соответственно, применяя арсенал, к которому не готов его противник, легко побеждает. Вот и все. То есть мастера Кёкушина перевели в партер, там спокойно ему наваляли. Все, без проблем. Вот и все. То же самое касается, предположим, традиционного карате. Разных направлений. Если в спарринге мастера традиционного карате не применяют удары локтями, они будут легко выхватывать удары локтями от мастеров тайского бокса, которые локтями пользуются в спаррингах регулярно и в контактных боях. Все. Тут даже гадалки не ходи. То же самое касается коленей. Абсолютно та же самая картина. Ну, про борьбу я уже сказал. В общем, короче говоря, то, что традиционщики и ортодоксы говорят, что у них есть техники, которыми они могут там типа побеждать, которые дают им серьезные преимущества. Нет у них таких техник. Потому что точно такие же техники есть и у и в ММА. Кто он сказал, что ММА это вот, я уже возвращаюсь к тому, что ММА это просто набор самых правил. Нет. Бойцы ММА дерутся по самым разным правилам. По самым разным правилам. Они могут драться. И в кудо, и в панкратионе, и в промоушенах разных, UFC, Bellator и еще каких-то. Вот эти промоушены всякие разные, вот это наборы правил, которые там определяют формат шоу. В октагоне ли они дерутся, в ринге ли они дерутся, на татами ли они дерутся, это не важно. Но ММА это смешанное боевое единоборство, которое, кстати, сейчас и спортом является тоже. Есть мастер спорта, значит, ММА и так прочее. Они мастер спорта по какому-то единоборству, который дерется по правилам ММА. Нет. Мастер спорта по ММА. Все ММА смешанное боевое искусство. Единоборство. Да? Вот. То есть то, где можно применять приемы из самых разных боевых искусств. Вообще. Все. Да и нету никаких разных боевых искусств уже. Я тебе вот еще раз говорю. Все те мастера, хоть традиционных, хоть любых селективных боевых искусств, которые начинают драться по контактным правилам, они тут же унифицируют свою технику в универсальную. Вот именно вот в эту, вот, которая характерна для ММА. Они могут сохранить какие-то стойки более характерные для них, но это индивидуальные особенности. Хотя чаще всего даже и стойки, и передвижения тоже унифицируются в более рациональные, которые позволяют действовать более эффективно. Вот это важно. Более того скажу, что человек может ММА-сом заниматься, никогда не участвуя вообще ни в каких соревнованиях совсем.
Вот, предположим, занимается человек джиу-джитсу или занимается человек айкидо, и соревнования никаких не участвуют вообще, совершенно. Абсолютно. Вот и ММА человек может заниматься точно так же. Человек может заниматься боксом и не участвовать в соревнованиях тоже никогда. Ему достаточно будет спаррингов в защите, в своем этом клубе, товарищеских каких-то встреч, там, поединков. Может даже не совсем полноконтактных, а дозированных контактных еще каких-то. А в соревнованиях он не участвует совсем. И он занимается боевым искусством, единоборством занимается. Понимаете? Вот так вот это может быть. Человек может заниматься карате и не участвовать никогда в соревнованиях. Как, предположим, это делает абсолютное большинство мастеров ортодоксальных стилей карате, таких как те же уэчирю, годжирю, там, окинавское и все такое прочее. Они, как правило, вообще ни в каких соревнованиях по кумите не участвуют. Абсолютное большинство всех адептов не участвуют в таких соревнованиях. Никак. И тем не менее они говорят, мы занимаемся боевым искусством. И человек может заниматься ММА, он может изучать технику ударов руками, ногами, локтями, технику борьбы, работы в партере, высоких бросков амплитудных, бросков со слэмами и нагрузкой. Все, он может изучать это спокойно. Он будет заниматься боевым искусством и не участвовать в соревнованиях вообще. И точно так же в рамках своих этих занятий мастер, значит, ММА может осваивать технику, ту, которую он освоил из других боевых искусств, из тайского бокса, из самбо, и там из карате, и еще угодно. И точно так же он может осваивать технику ударов пальцами в глаза, локтями, удары коленями, не знаю, там, захваты за разные, там, интересные части. Давай же. За разные другие части тела и так далее. Вот. Так что без проблем. Он освоил это все. Он может освоить и все эти смертельные и опасные техники точно так же без проблем. А вот освоит ли традиционщик остальное все, зависит только от того, что есть у него в чекулдышке. Если он натупертый, скажем, ортодокс, то не освоит никогда. Ну и шансов у него, соответственно, не будет никаких. Вот и все, друзья. Все очень просто. Я приехал. Всем пока. Если хотите пообщаться на эту тему, пишите в комментариях что-нибудь. Все. Салютом.